Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, меня зовут Максим. Сегодня на обзор к нам приехал гнутик от компании Булат. Попробуем его в работе, посмотрим, какие элементы можно на нем гнуть. Изготовим декоративную панель. Панель будет из 10 квадрата, заготовки длиной 90 сантиметров и 55 сантиметров. Thank you.
Итак, друзья, вот такая замечательная декоративная панель у нас получилась. Помог нам в ее изготовлении станок Гнутик от компании Булат. Станок очень простой. Подойдет тем, кто не может самостоятельно изготовить станки или купить более дорогое оборудование. Также на сайте компании Булат можно заказать станки Улитка и Торсион. Если покупать все вместе, то выйдет гораздо дешевле. Ссылочки на сайт изготовителя будут в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я желаю всем удачи, до новых встреч, всем пока!